Отель «Эль Морати Клуб Кантауи» 4 звезды. Данный отель находится в 10 километрах от центра города Сус в районе Порт-эль-Кантауи. В принципе, его можно назвать твердой четверкой и рекомендуем для таких туристов, которые предпочитают активный отдых наряду с комфортом. Последнюю реновацию в отеле провели в 2010 году. Wi-Fi в холле на ресепшене бесплатно. Общая площадь отеля 175 тысяч квадратных метров. Колоссальная, конечно, по своей квадратуре, огромная. Отель состоит из одного четырехэтажного главного здания и 344 бунгало. Всего в отеле 801 номер. А сейчас мы с вами видим крытый бассейн. Всего в отеле 3 открытых и 1 крытый бассейн 108 квадратных метров. Сейчас мы можем с вами рассмотреть стандартный номер. Значит, в номере у нас есть кондиционер, телефон, телевизор, один канал на русском языке, мини-холодильник, фен по запросу, поэтому, если он вам нужен, просто попросите об этом на ресепшене. Санузел совмещенный, а также балкон или терраса. На территории отеля есть главный ресторан, который рассчитан на 1800 человек. Также есть ресторан а-ля карт, но уже за дополнительную плату и по предварительной резервации. Также есть ресторан на пляже, который работает с 11 до 16.00, и много-много разных баров. Например, лобби-бар с 9 утра и до часу ночи, салон-бар, бар у бассейна, бар на пляже, коктейль-бар на пляже, а также диско-бар, но уже после 2 часов ночи напитки будут платные. А также есть пиццерии и мавританские кафе, поэтому свои животики вы как раз побаловать здесь можете. А сейчас мы с вами смотрим, какая же в отеле есть детская инфраструктура. Ну, прежде всего, это мини-клуб от 5 до 12 лет, тинейджер-клуб от 13 до 17 лет, мини-дискотека, детская площадка, которую мы только что видели, детская кроватка по запросу, а также услуги няни, если вам потребуется, но уже за дополнительную плату. А вот из развлечений на территории отеля предостаточно всего, поэтому вы скучать точно не будете. Например, большой теннис, аж 5 кортов, бесплатно. Настольный теннис, аэробика, акваэробика, пляжный волейбол, мини-гольф, бильярд, дартс и гольф-клуб. Но уже гольф-клуб расположен в 1 километре от отеля.
Также есть фитнес-центр и турецкая баня, но за дополнительную плату. Есть дневная анимация, вечерние развлекательные программы, а также живая музыка и дискотека. Но на дискотеке напитки будут за дополнительную плату. Все включено в отеле работает с 8 до 12.00. Есть завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, все это шведский стол. Закуски в течение дня в барах отеля, алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. И вот мы с вами добрались наконец-то на пляж. Отель находится, как вы уже заметили, на первой береговой линии, имеет свой песчаный пляж. На пляже зонтики, лежаки бесплатно, матрасы за дополнительную плату. А вот пляжные полотенца под залог. Хорошего вам отдыха, отдыхайте с нами!